Веселая распаковка! Привет! Привет! Вы на канале у Лизы. Сегодня мы будем открывать морские чупики. Водозаврики! Чупа-чупсы, чупа-сюрпризы, водозаврики! Открываем! Что там будет за водозаврики? Какое интересное название. Водозаврики. Они пыляются водой. Пыляются водой? Да. Я пойду тогда за водой. Буй-буй. Буй-буй. Ты что, сразу два открываешь, нет? Один? Какая твердая капсула? Дракон. Дракончик? Птеродактиль. О, птеродактиль. Птеродактиль. Они такие маленькие. Ой, такой маленький. И что вам надо делать им? Нажать на него и воду опустить. Такой маленький, такой противный. Давай достанем ему маленького дружка. Еще один водозаврик. Такой же маленький. И такой же противный. Фиолетовый. Ой, какой смешной. Прям как все на чупа-чупсе попадается. Как на этикетке нарисовано. Ой, какой хороший. Если ваш мало воды берется. Давай следующего. Ой. Такие малюшки? Да. Динозаврики маленькие. Динозаврики. Динозаврики. Ам-ням. Зелененький. Да, как на картинке попадается. Классно. Главное ему чуть-чуть не порезать. Ну-ка, какой? Ты ему чуть голову не оторвал! Привет! Ням-ням! Поняла, Эльза? Тянется? Ням-ням! Ну-ка, покажи! Как он брызгается? Воды не набралось. Вау! Не люблю мочиться! Прикольные такие маленькие. Они умеют плавать. А еще умеют брызгаться. Если вам понравилось это видео с динозавриками, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока. Водозаврики. Пока.